При оказании сопротивления были убиты два сотрудника охраны, осуществляющих охрану КПП предприятия, которые успели подать сигнал тревоги на пункт. Вооруженные террористы проникли на предприятие «Ивхимпром», заминировали склад с ядовитыми веществами и взяли в заложники 50 сотрудников. Такова легенда учений, проведенных в среду управлением ФСБ по Ивановской области. Проверяли готовность всех субъектов антитеррористической деятельности к реальным чрезвычайным ситуациям. Преступники выдвинули требования политического характера. Кроме того, просили деньги, автобус и самолет для вылета из страны. Оперативным штабом было принято решение здание со злодеями штурмовать. Один из террористов успел подорвать заминированный склад. Преступников уничтожили, заложников сумели спасти. Впоследствии служба МЧС приступила к работе по ликвидации последствий химического заражения территории. Подводя итоги операции, оперативные службы получили положительную оценку своей работы.